Приветствую вас, уважаемые друзья, гости и подписчики моего канала. Сегодня снимаю радостное видео, вскрытие посылки. Посылка мне пришла с Украины, с фирмы MiniArt. Я предварительно ее уже скотч разрезал, чтобы не тратить на это время. Также хочу сказать, посылка была вскрыта по требованию таможни. И мне пришлось за нее уплатить налог в размере $32. Так что, друзья, кто с Белоруссии, будьте поосторожней с заказами с дальнего зарубежья. Оказывается, Украина относится к дальнему зарубежью. Вот, а теперь вскроем и посмотрим, что нам прислал партнер моего канала. Вот так все упаковано. Набор с артикульным номером 35561. Набор рельс. Также кит под номером 35575. Набор бутылок вина и шампанского. Отличные новинки, отличные наборы фирмы MiniArt. Вот такая вот коробочка с Т-44. Медиум танк. В наборе очень много деталей. Также в наборе присутствует полный интерьер. И еще Су-122. Тоже набор с полным интерьером. Артикульный номер набора 35175. А у Т-44 артикульный номер 35193. Вот такую вот посылочку и такие новинки нам прислала фирма MiniArt, за что ей огромное спасибо. Модели классные. Обзор моделей вы увидите на моем канале. Кому интересно, смотрите, потому что реально хорошие, отличные наборы. Спасибо, друзья, за просмотры. Спасибо за комментарии к моим работам. Всех благ вам и вашим близким, друзья.